В Ханты-Мансийске проходит региональный турнир по волейболу в честь 45-летия образования Управления Министерства внутренних дел России по Югре. Соревнуются сборные команды территориальных органов МВД Уральского федерального округа. В состязаниях принимают участие 6 команд. Это представители МВД России по Югре, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской, Курганской, Тюменской области, а также Управление на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу. Каждая команда сыграет по 2 матча. В числе судей выступает известный комментатор Владимир Рендель, легендарный спикер, рефери Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Кстати, региональный турнир среди полицейских проходит в Югре во второй раз. Турнир, волейбольный турнир, посвященный празднованию 45-летия создания Управления Министерства внутренних дел по нашему округу. Традиционно мы проводим ряд мероприятий к этому юбилею, и в том числе ряд состязательных, спортивных состязаний. Волейбол занимает одно из ведущих мест, увлекает молодежь, увлекает наших сотрудников, которые прибыли. И мы уже, я думаю, что это традицией является.